Наземное оборудование, применяемое для подготовки и пуска ракет, разнообразно. Бронемашина управления пуском, располагаемая на огневой позиции в 60 метрах от ракеты. Пусковой стол, на котором ракета устанавливается в вертикальное положение и повертывается в плоскость стрельбы. Лафет, на котором ракету доставляют к месту пуска, и при помощи которого ее устанавливают на пусковой стол. Цистерна для перевозки жидкого кислорода к месту пуска ракеты. Портальный кран, предназначенный для перегрузки ракет, железнодорожных и грунтовых транспортных средств. Портальный кран развертывается из походного положения в рабочее за короткое время и позволяет быстро и бережно производить перегрузку ракет. Предельная высота подъема крюка 5,5 метра. Допускаемое перемещение крюка в горизонтальной плоскости 7,5 метра. К транспортным бандажам, охватывающим ракету, прикрепляется траверса. С помощью траверса поднимают ракету, которая без снаряжения весит 4000 килограммов. Подняв ракету, вагон откатывают, и ракета может быть перегружена на другой вид транспорта. Переместив ракету к узкой колее, под нее подкатывают специальные тележки, на которых ракету подают в мастерскую для подготовки к стендовым испытаниям или пуску. Техническое руководство пусками было возложено на группу главных конструкторов. Товарищ Глушко, товарищ Кузнецов, товарищ Пилюгин, руководитель группы главных конструкторов товарищ Королев, товарищ Рязанский, товарищ Бармин, товарищ Черток. Прежде чем начать опытные стрельбы, пригодность для пусков данной партии ракет проверяют выборочно огневыми стендовыми испытаниями. Подъемной фермой лафета ракету устанавливают в вертикальное положение. С помощью тельфера, смонтированного на стенде, одевает на ракету карданово кольцо, в котором ее закрепляют. Для удобства подготовки и безопасности проведения стендовых испытаний с ракеты снимают хвостовую часть. Ракету, укрепленную в кардановом кольце, устанавливают и неподвижно закрепляют на стенде. В 80 метрах от стенда расположено бетонированное помещение, в котором находятся самопишущие приборы, регистрирующие важнейшие характеристики двигательной установки ракеты во время испытаний.
испытаний. Двигатель работает от 60 до 70 секунд. Скорость истечения газовой струи при этом достигает до 2000 метров в секунду. Максимальная тяга, развиваемая двигателем, равна 25 тоннам. В полете двигатель развивает полезную мощность до 500 000 лошадиных сил. Убедившись по результатам стендовых испытаний в пригодности данной партии ракет, на технической позиции приступают к подготовке ракет к пускам. Ракета без головной части подается на узкоколейных тележках в мастерскую, где проводятся испытания, при которых ракета остается в горизонтальном положении. Крышка и люки приборного отсека открываются для свободного доступа к панелям, на которых монтируются приборы управления полетом ракет. Агрегаты ракеты, требующие проверки, присоединяют кабелями через открытые люки к испытательным пультам, находящимся в рядом расположенном вагоне лаборатории. Левая часть пульта служит для испытания автоматики двигательной установки, а правая для испытания системы управления. К пятиштуцерной колодке присоединяют шланги, по которым подается сжатый воздух для проверки автоматики двигательной установки. Система управления и автоматику двигательной установки испытывают с пульта, который соединяется многополюсными штепселями с приборами управления. Испытание проводится подачей электросигналов с пульта на катушке электромагнитов, находящихся в ракете, и управляющих клапанами двигательной установки. Также подача электросигналов с пульта проверяет работу воздушных и газоструйных рулей. При нажатии кнопки электрический импульс поступает к рулевым машинкам. Правильность движения рулей контролируется показаниями приборов, находящихся на пульте. После горизонтальных испытаний производится монтаж головной части. Устанавливают детонатор, донный взрыватель и прибор управления взрывателями. При помощи механизма в тележке головная часть центрируется с осью ракеты, а затем привертывается болтами к шпангоуту приборного отсека. Устанавливают головной взрыватель, который проводом, проходящим через всю головную часть, соединяется с прибором управления взрывателями. Подготовленная к пуску ракета направляется к портальному крану. Thank you.
ракеты стрельбой, ракету перегружают на лафет и отправляют на стартовую площадку. Место старта представляет собой бетонированную площадку размером 40 на 40 метров, в центре которой устанавливается пусковой стол. Направление полета ракеты во многом зависит от точной горизонтальной установки стола. Лафет с ракетой по отношению к плоскости стола устанавливается таким образом, чтобы при подъеме ракеты в вертикальное положение хвостовая часть своими опорами встала на опорные пяты пускового стола. Установив ракету на пусковой стол, ее освобождают от бандажей и разводят в верхнюю цангу. А ферму лафета опускают. На подвижной раме стола ракету легко поворачивают и совмещают плоскости стабилизаторов 1 и 3, плоскостью стрельбы. Одновременно на ферме лафета поднимают и закрепляют площадки для работы стартовой команды у люков ракеты. Установив ракету в плоскость стрельбы, ферму лафета с развернутыми площадками вновь поднимают, а необходимые для предстартовых испытаний кабели подают к приборному отсеку на кабель-мачте. В то время, как ракету подготавливают к вертикальным испытаниям, грунтовые цистерны за 14-15 минут заправляются из железнодорожных цистерн. Заправляются и уходят на старт две спиртовые автоцистерны, каждой емкостью 2500 килограммов. Спирт 75% концентрации. Емкостью в 7000 килограммов наполняется жидким 99,5% кислородом. Жидкий кислород, имеющий температуру кипения минус 183 градуса Цельсия, постоянно испаряется. Особо чувствительные приборы управления полетом устанавливаются только перед непосредственным проведением предстартовых вертикальных испытаний. При вертикальных испытаниях вновь проверяется автоматика двигательной установки и система управления полетом ракеты. Убедившись в полной исправности системы управления и автоматики двигательной установки, подают цистерны для заправки ракеты. Первыми подходят спиртовые цистерны, обе с прицепами, одна с насосной станцией, а другая с заправщиком-подогревателем перекиси водорода. Затем подходит цистерна с жидким кислородом. Все заправочные средства подаются на стартовую площадку заблаговременно, для того, чтобы, проведя необходимую подготовку ракеты, сократить время заправки.
спирт заправляется через горловину спиртового бака ракеты с помощью гибкого шланга, который соединяется с горловиной через приборный отсек. Жидкий кислород заправляется специальным насосом, который соединяется с кислородным баком ракеты через люк хвостовой части металлическим сильфонным шлангом. В целях получения опытных данных о поведении в полете ракеты одновременно с подготовкой к пуску подготавливаются к наблюдению за полетом различные вспомогательные технические службы. Кинотеодолиты фотографируют ракету на активном участке траектории, производя снимки на кинопленке через каждые четверть секунды на расстоянии до 40 километров. Пятнадцать радиолокаторов различных систем расположены вдоль всей трассы с целью определения возможности обнаружения летящей ракеты на траектории. За 30-50 минут до старта вылетают самолеты в заранее распределенные сектора для обнаружения места падения ракеты. Радиотелеизмерительная система контроля позволяет следить за работой отдельных агрегатов ракеты в полете. Заправка кислородом закончена. Заправочные цистерны покидают стартовую площадку. Комиссия по проведению опытных пусков направляется к наблюдательному пункту. Сигнальный белый флаг заменяется красным. С головной части ракеты снимают подвесную площадку. Опускается ферма Лафета. Лафет ракеты уходит со стартовой площадки. Команды, участвовавшие в подготовке ракеты к пуску, направляются в укрытие. На 55-й секунде ракета достигла высоты 23 километров и продолжает подниматься. Двигатель работает на предварительной ступени. Включена плавная ступень. Многополюсный штепсель отключились. Ракета перешла на бортовое электропитание и автономное управление полетом.
кинотеодолитные наблюдения за ракетой на активном участке позволяют определить положение ракеты относительно места старта и возможные отклонения в пространстве от заданной программы. На активном участке также ведут наблюдения радиолокаторы, которые автоматически определяют координаты ракеты и регистрируют их во времени. Координаты ракеты фотографируются на кинопленке со скоростью 10 кадров в секунду. Отраженный от ракеты импульс виден на экранах отметчиков радиолокаторов на трубках грубой дальности и точной дальности. Для изучения ракеты в полете на полигоне были расположены следующие технические средства. В районе старта установлены кинотеодолиты. Радиолокаторы расположены вдоль всей трассы. Также вдоль всей трассы ведут наблюдение самолеты. Обработкой результатов наблюдения и расчетами определяется траектория полета ракеты. На каждом из снимков кинотеодолита фиксируется положение ракеты, значение горизонтального и вертикального углов. По данным кинотеодолитов и радиолокаторов определяют координаты, скорость, дальность и другие параметры полета ракеты на активном участке. Скорость полета ракеты 5400 км в час. Высота траектории 86 км. Дальность полета 274 км. Время полета 5 минут. Баражирующие самолеты обнаруживают место падения ракет. Головные части ракет были снаряжены не взрывчатым веществом, а нейтральной дымообразующей смесью, что позволяло самолетам быстрее обнаруживать места падения ракет. От взрыва остатков спирта и жидкого кислорода образовалась воронка диаметром в 20 метров, и глубиной в 5.5 метров. Сила взрыва настолько велика, что от ракеты остались только мелкие куски. Для дальнейшего усовершенствования ракеты важно проследить работу ее отдельных агрегатов в полете. На борту ракеты было установлено 8 различных датчиков, которые фиксировали процессы, происходящие в агрегатах летящей ракеты. Датчик
измеряющий давление в камере сгорания, представляет собой манометр, соединенный с индукционным элементом, который вырабатывает электрическое напряжение. Изменение напряжения на выходе датчика пропорционально изменению давления в камере сгорания. Это напряжение в бортовой передающей установке преобразуется в радиосигналы, которые излучаются в пространство. Радиоприемник наземной установки принимает эти сигналы, усиливает их и преобразует в напряжение, соответствующее напряжению, выработанному датчиком на борту ракеты. Это напряжение воздействует на шлейф осциллографа, регистрирующий на фотобумаге изменение давления в камере сгорания летящей ракеты. Устройство создает в пространстве остро направленную зону излучения радиоволн, при помощи которых на ракету попеременно передаются два различных звуковых тона. При передаче низкого звукового тона направление наиболее мощного излучения радиоволны смещено несколько влево от плоскости стрельбы. А при передаче более высокого тона настолько же вправо. В плоскости стрельбы образуется так называемая равносигнальная зона, в которой интенсивность радиоволн, несущих оба звуковых тона, одинакова. Когда ракета летит в плоскости стрельбы, сила сигналов, поступающих в бортовое приемное устройство, остается одинаковой для обоих звуковых тонов. На выходе приемного устройства оба звуковых тона компенсируются, и результирующий сигнал отсутствует. При отклонении ракет от плоскости стрельбы преобладают сигналы, несущие один из тонов. Бортовое приемное устройство сравнивает силу звуковых тонов и выделяет результирующий сигнал. Результирующий сигнал, преобразованный в бортовых приборах управления, вызывает отклонение рулей в требуемом направлении, и ракета возвращается в плоскость стрельбы.